почему же тогда, когда вы мне сказали, что я вам очень понравилась, я вдруг почувствовала какую-то странную слабость в плечах и в руках? Вы, конечно, простите, что я вас об этом спрашиваю, но кого же мне еще спросить? Мы подружились, да? Да, конечно. Конечно. Так что вы хотели мне сказать? Передумали? Да. Пока ехал к вам, думал, что только с вами обо всем могу поговорить. А теперь... Расхотелось? Да. То есть, нет. Понимаете, сам факт, что я у вас здесь, уже как бы достаточен. Увидел, что вы существуете, есть, спали. Ну, как бы уже и наговорился. Спасибо, что впустили.